Дорогие товарищи, друзья, вот наступило время проводить еще один уходящий год. 2011 год принес нашей Родине новые чаяния и новые ожидания. Он стал для России годом надежд, а это значит, что наступающий год может стать годом и временем перемен, временем прорыва нашей страны к лучшему будущему. Давайте вместе работать над этим честно, энергично и настойчиво. От души поздравляю вас с новым 2012 годом. Встреча Нового года всегда приходит к нам красивым, желанным праздником. В череде нелегких будней он настраивает нас на самые светлые ожидания. В этот день особенно хочется верить в разумные, добрые, вечные. Он наполняет наши сердца добрыми воспоминаниями о беззаботном детстве, дарит тепло встреч с родными и близкими. Пусть Новый год несет вам радость и успехи, одаривает теплом и достатком. Пусть зовет на хорошие дела ради нашей любимой Родины и ее достойного будущего. Пусть вдохновляет на свершение во имя правды и справедливости. Искренне желаю всем мира, здоровья, счастья, веры вам в торжество добра и достойное будущее нашего великого Отечества. С Новым годом, друзья, товарищи, соотечественники!